Рейды сотрудников полиции по различным рюмочным и иным питейным заведениям проходят регулярно. В этот раз рязанские полицейские прибыли на улицу Пушкина, где с 2010 года процветает мини-кафешка-пивнушка. Причиной посещения стало то, что лицензия на продажу крепких алкогольных напитков у заведения уже просрочена, а новая разрешительная бумажка на руках хозяйки отсутствует. Был выявлен факт реализации алкогольной продукции без лицензии на право розничной торговли данным видом продукции. В данном торговом зале лицензия либо копия, заверенная в установленном порядке, отсутствует, что является одним из оснований предполагать, что лицензия на право розничной продажи алкогольной продукции в данном заведении отсутствует. Сама хозяйка забегаловки говорить на камеру постеснялась, но с ее слов разрешила нам сообщить о том, что лицензия будет готова в течение месяца. А пока их алкоголь изымается полицейскими. Девушка претензий не имеет и ручается. До получения документов закон не нарушать. Да и не до этого ей сейчас. Как доверительно сообщила нам, с позволения сказать, бармен заведения, хозяйку на днях выписали из роддома. Она уже трижды мама. Алкогольная продукция, которая находится в данное время на реализации в данном кафе-баре, будет изъята. В дальнейшем будет составлен протокол об административном правонарушении. Штраф, предусмотренный за данное правонарушение, составляет от 3 до 10 тысяч рублей на должностных лиц, либо от 50 до 100 тысяч на юридическое лицо. В ходе 2013 года сотрудниками только нашего отделения 6 раз были зафиксированы нарушения правил торговли алкоголем в данном заведении. Ну а со слов сотрудников полиции, владелица кафе штрафы платит исправно. А означает это лишь то, что нарушение для нее, как и для многих других ее коллег, вполне нормальная вещь. И это, видимо, в нашем государстве вполне в порядке вещей.